Решили продолжить учебу за границей. Выпускники из Молдовы предпочитают иностранные вузы, ссылаясь на то, что таким образом перед ними открывается больше перспектив. Ребята говорят, что начали собирать необходимые документы задолго до экзаменов на степень бакалавра. В этом вопросе на помощь им пришли студенческие консультационные центры. Выбрали заграничные вузы выпускники столичного лицея Анисифор Гибу, Максим Кручереску и Чезара Балацел. Молодые люди говорят, что хотят получить более широкие знания в выбранной профессии. Кроме того, зарубежный диплом открывает больше возможностей. Мы решили, что лучше учиться за границей по специальности химия или биотехнология, то есть современные профессии. За рубежом модернизированные лаборатории, оборудование, стажировки в разных компаниях. Среди обязательных документов для поступления – сертификат о прохождении тестов TOEFL, IELTS или Cambridge. Правильно подготовить пакет актов абитуриентам помогает студенческий консультативный центр. Мы подали документы с помощью румынской компании в качестве граждан Румынии. Они помогли нам создать учетную запись на сайте, наше приложение, сказали, какие еще необходимы документы. В центре отмечают, с каждым годом желающих учиться за границей все больше. В этом году их количество выше, чем в прошлом, а в будущем, думаем, будет еще больше. У нас уже есть заявки на учебный год 2023-2024. К нам обращаются от 1,5 до 2 тысяч учащихся и студентов. Я хочу ехать в Данию, решил не рисковать и обратился в специализированную компанию по учебе за рубежом. Центр берет от 45 до 500 фунтов стерлингов, но только в случае, если ребята поступают в зарубежный вуз. Информационные и консультативные услуги предоставляют бесплатно.